Приветствую всех на своем канале. На обзоре у нас сейчас монета очередной страны Центральной Америки, Республики Никарагуа. 5 центаво 1994 года. Название страны Никарагуа происходит от имени вождя Никарао, который был вождем одного из ацтекских племен, проживавшего в 16 веке на территории нынешнего Никарагуа. Граничит страна на севере с Гондурасом, на юге с Коста-Рикой, на западе омывается Тихим океаном, на востоке Карибским морем. Площадь страны 130 373 квадратных километра, население около 7 миллионов человек, столица Манагуа. Денежная единица никарагуанская кордоба, которая впервые была введена в обращение 20 марта 1912 года, состоящая из 100 центаво. Данная монета регулярного чекана, такой тип 5 центаво чеканился один год, тираж монеты 20 миллионов экземпляров. Монета относится к денежной единице Кордоба де Оро, в переводе означает «золотая Кордоба». Данная денежная единица была введена в обращение в 1991 году. И на тот период в обращении находились монеты таких номиналов 5, 10, 25, 50 центаво, а также 1, 5, 10 кордоб. Монета сделана из хромированной стали, ее диаметр 14,97 мм, толщина 1,73 мм, гурт гладкий, вес 2,11 грамма. И перед нами аверс монеты. На аверсе изображен герб Республики Никарагуа, который был принят 22 августа 1823 года. Он несколько раз видоизменялся, и последняя версия была принята в 1971 году. Состоит герб из равностороннего треугольника, символизирующего равенство. Внутри треугольника размещены 5 вулканических вершин над водной поверхностью, которая является напоминанием о союзе и братстве 5 стран Центральной Америки, таких как Гондурас, Гватемала, Никарагуа, Сальвадор и Коста-Рика. Вверху над вулканами размещен фригийский колпак, символ свободы. И вверху сияет радуга, которая является воплощением мира и стремления к мирной жизни. По окружности монеты надпись на испанском: «Америка Централ Банко, Республика де Никарагуа». Посмотрим теперь на реверс. Перед нами реверс монеты, ориентация монетная, соотношение аверса к реверсу 180 градусов. На реверсе на фоне карты Никарагуа изображен голубь с оливковой ветвью клюве. Это всем известный символ мира. Дело в том, что в Никарагуа длительное время длилась гражданская война, активная фаза которой была с 1981 по 1988 годы, поэтому тематика мира в Никарагуа была актуальной. Внизу под изображением год чеканки 1994, и по окружности монеты вдоль канта надпись на испанском: 5 центаво ди Кордоба Банко Централ ди Никарагуа. И хотя монетка является небольшой как по номиналу, так и по размеру, нумизматическая стоимость ее около 10 гривен. Все зависит от места покупки и от состояния монеты. Цены могут фигурировать разные. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.